Привет, Эльдар. Я знаю, что ты любишь коллекционировать отзывы, поэтому записываю этот отзыв. Хочу тебя поблагодарить за то, что ты меня сподвиг перейти на новое место работы, на сменить местоположение из второго города в первый город Казахстана. Либо из первого во второй, не знаю. В общем, из Алматы в Астану я переехал по твоему предложению. Хочу тебе сказать большое спасибо за то, что ты меня сподвиг на это. Было нежелание переезжать, связанное со страхом перемен. Но тем не менее я на это решился с твоей помощью. Хочу тебя поблагодарить еще раз за это, за то, что ты все-таки настоял на том, что перемены нужны. Вернуться никогда не поздно, и все должно быть хорошо. Я убедился в том, что эта работа гораздо более интересна, ответственность гораздо больше, есть гораздо больше над чем подумать. Я перетащил сюда основные свои вещи, перетащил своего кота, который лежит здесь. Я котяра. Тоже приехал и приходит в себя после переезда. Хочу тебя поблагодарить за то, что благодаря тебе мне получилось снять квартиру с таким видом. Я никого не обманываю. Вот это вид ночной Астаны, Нур-Султана. А вот это вот здание моего офиса. На 17 этаже я здесь располагаюсь. Это в 2 минутах ходьбы. И я решил доплатить за комфорт и ходить туда пешком. В лифтах поэтому стою дольше, чем иду пешком. Вот это вид на одну из самых узнаваемых башен Астаны, Северное сияние, три башни. Поэтому, вида лучше. Желать тяжело. Это 24 этаж. Поэтому мне очень нравится, что я нахожусь сейчас здесь. И, Ильдар, еще раз тебе огромное спасибо за то, что ты меня подвиг на это. Сейчас я понимаю, что находясь на прежней работе, находясь в Алмате, я бы, не достиг того развития, которое могу достигнуть сейчас. Я вхожу сейчас в менеджмент крупной компании из 15 тысяч человек вместо рядовой должности в компании из 1800 человек. Доходы мои очень серьезно поднялись. Их надо заслужить еще, все доходы, которые могут быть. Но, тем не менее, благодаря тебе, я думаю, справлюсь. И я очень хочу принять участие в марафоне личных достижений. Потому что чувствую, что не то, что чувствую, а знаю, что инвестиции в твои консультации, в твои курсы, они окупаются. Поэтому я хочу принять участие в марафоне личных достижений этого года. Не знаю, правда, как это будет. Не знаю, как я найду возможности. Но я хочу это сделать. И я сделаю это. Спасибо тебе за наставничество. И до новых встреч. Пока.